Дому номер 87 по Алексею Толстову 15 лет. Но по внешнему виду фасада этого не скажешь. Везде облупленная краска и отлетающая штукатурка. Здесь опять неправильно было сделано крыша. Вот эти вот балконы, слив с них неправильно сделан. И вода стекала прямо по стенам. Штукатурка от стен, от кирпичных стен стала отваливаться. По плану капремонт здесь должен быть в 2025 году, но ждать 10 лет жильцам не пришлось. Они активно голосовали в сентябре 2014 года почти всем составом. Как и еще 200 объектов в Самаре попали в программу, включающую отдельные виды ремонта в тех домах, жители которых показали явку на выборах более 80%. С такой инициативой в прошлом году вышли управляющие компании региона и нашли поддержку регионального правительства. Средства выделены из областной и городской казны. По Самарскому району адресов, попавших в перечень дополнительного ремонта, 29. Где-то обустраивают подъезды, где-то двор. Здесь, на общем собрании жильцов, решили привести в порядок фасад. По указанному дому производятся ремонтные работы, вид работы – это ремонт фасада. Выделенные средства составляют 16 миллионов рублей. Жильцы сами выбрали именно этот вид работы, потому что считают, что фасад у них в безобразном состоянии. Поощрять такую активную гражданскую позицию продолжат и дальше. 13 сентября в Самаре состоятся выборы в районные советы, и программа может пополниться новым перечнем объектов. Валерия Макарова, Максим Гусев, события.